Сегодня предлагаю вам вместе со мной приготовить салатик. Первое, что нам потребуется, это сладкая кукуруза. Яйцо натираем на крупной терке бурачной. 3-4 штучки. Крабовые палочки 200 грамм. Также берем один небольшой свежий огурчик. Добавляем 2 столовые ложки майонеза. Ну что же, вот такой вот вкусный и аппетитный салатик у нас получился. Всем приятного аппетита!